Люберцы встретили участников регионального этапа всероссийских соревнований среди школьных спортивных клубов. 8 команд из различных уголков Подмосковья в течение 2 дней будут бороться за право представить регион на федеральном уровне. Площадкой проведения соревнований стала 51-я школа. Открытие соревнований школьных спортивных клубов началось с торжественного построения. Колонну каждой команды возглавляет знаменосец с российским флагом. Сегодня этим ребятам предстоит отстаивать честь своего городского округа. Перед тем, как попасть на эту площадку, они прошли отбор. Победили на школьном и муниципальном этапах. Я думаю, у нас отличная команда, поскольку мы собрали ее из нескольких классов, и я полностью уверен в них. Надеюсь, мы выиграем. Мы приехали с городского округа Коломна. Наша команда называется «Метеор». Мы приехали играть в баскетбол, и в тег-регби будем потом играть. Кроме баскетбола и тег-регби, в программе соревнований шахматы, стритбол и интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг». Это лишь некоторые из тех дисциплин, по которым дети готовятся в своих школьных спортивных клубах. Сейчас мы ведем работу, чтобы даже школьный гольф вошел в орбиту влияния, в орбиту интересов школьных спортивных клубов. В любом случае, от школы к школе школьные клубы могут быть немножко разные. Это зависит и от интереса детей, и от возможности педагога, и от возможности школы. В любом случае, неизменен интерес школьников к спорту, к здоровому образу жизни. Победители регионального этапа соревнований поедут в Краснодарский край. Всероссийский этап состязаний среди школьных спортивных команд пройдет в мае в городе Анапа. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.